Если бы все горожане так же активно и слаженно выходили на субботники, как участники нашего конкурса «Потанцуем» ходят в танцевальный зал, то никаких проблем с мусором в Петербурге не было бы точно. Сегодня мы представляем детский коллектив эстрадно-спортивного танца «Аэроденса», и через неделю ему исполнится уже 10 лет, юбилей. Сегодняшним артистам немного больше, от 6 до 18 лет. Ребята регулярно участвуют в праздниках и фестивалях, они уже выступали с Еленой Ваенгой, Мариной Капур и группой «Золотой век». Нам они решили показать номер под названием «Принцесса Египта». Субтитры сделал DimaTorzok.